радуюсь, что у нас получился первый проект. Открытый, наглый, честный. Я не видел жестче, наверное, сериала, чем наш. Если драться, то драться, если ругаться, то ругаться. Сделать так, как это было бы прямо в жизни. Есть некий город греха, куда приезжает спаситель, но и спаситель не без греха. И он стал как-то пытаться менять свой город. Волчок, абсолютно одинокий человек, который потерялся. Мой герой убивает себя на ринге, он убивает себя в жизни. Каждый увидит разную историю. Кто-то увидит это просто люди, которые матерятся и дерутся, трахаются. Кто-то увидит жизненную драму, воссоединение семьи. Эксклюзивная онлайн-премьера. Киносериал «В клетке». Смотри в видеотеке «Старт» на Картина ТВ.